В начале июня закончилось наше очередное автопутешествие, на этот раз по Италии. Италии, которую мы очень любим. Я думаю, что и вы, мои дорогие зрители, тоже любите Италию, а не любить ее невозможно. Только что я закончил работу над всевозможными майскими праздниками в детсадах и школах, поэтому могу приступить к рассказу об этом путешествии. Мы его планировали очень давно. Для начала запланировали Тоскану. Мы к ней стремились, мы ее хотели, особенно посмотреть хотели весной, в начале лета. А так как у нас дней получилось довольно-таки много, 10 дней, мы, как люди жадные для впечатлений, решили посмотреть и немножко Умбрии, а также Лигурийское море, побережье, Чиквитери и Портофино. Путешествие было напряженным, невероятно интересным. Города просто потрясающие по красоте. Я очень старался вести эту съемку. Делал замечательные фотографии, видеосюжеты. Вам понравится. Буквально 3 часа полета, и мы приземляемся в аэропорту города Пиза. Аэропорт очень маленький, обслуживают нас очень быстро, практически сразу подходит эскалатор. Мы спускаемся, пешком доходим до здания аэропорта. Пограничники, улыбаясь и практически не глядя ваш паспорт, ставят штамп. Выходим на площадь, там маленький автобус отвозит нас в большое здание, где стоят все рентака. Буквально 5 минут, и у нас в руках автомобиль Renault Clio, практически нулевый, 8000 пробег. Наше путешествие начинается! Ура!